Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Гермес Фалькаум-младший. У нас сегодня особенная программа. Мы будем говорить о чудесах, которые Иисус творил через наши молитвы из Иерусалима. Мы с моей женой имели привилегию поехать в Иерусалим, в святую землю, и послужить там. Я расскажу вам об этом подробно очень скоро. И также у нас был тур по библейским местам в Израиле. Мы снимали послания и различные виды в самых разных уголках Святой Земли. Я могу с уверенностью сказать, что я и до этого любил Израиль, но сейчас я еще больше его люблю. Мы влюбились в Израиль. Он восхитителен. Это определенно уникальная земля уникальное место на земле, избранное Богом. Там находится множество интересных мест. Было так увлекательно находиться там, где ходил сам Иисус. Мы были у реки Иордан, у Галилейского моря, в старом городе, на Еленской горе. Были в пустой гробнице и во многих других интереснейших местах. Первые три дня мы служили в телевизионной студии ТБН России в Иерусалиме. Мы снимали программу в прямом эфире. Она транслировалась по всему миру. Это был марафон исцеления. В программе делалось ударение на физическом исцелении и освобождении. Мы могли послужить, поделиться словом и свидетельствами. Мы старались поднять веру в людях, воодушевить их принятию исцеления и к тому, чтобы получить освобождение от Господа, получению всего того, за что Иисус уже заплатил. И мы имеем отличные результаты. Подтвержденные исцеления, я молился за людей, также служили мой отец и моя супруга. Там присутствовала и моя мама. Это была могущественная работа Духа Святого. Каждый день я проводил в студии по несколько часов. Мы говорили с людьми, молились и делились свидетельствами. Высвобождали силу Божью через телевизионные камеры. И я верю, что и здесь сегодня такое же помазание. Мы получили отзывы о том, что было огромное количество исцелений. Люди получали физические исцеления. Опухоли исчезали. Исцелялось зрение и слух. Происходили исцеления позвоночника и костей. Господь сотворил много чудес. Я хочу очень быстро прочитать вам одно свидетельство. Его прислала женщина из Таджикистана. Она пишет. Мой муж позвонил вам и попросил помолиться за мое исцеление от рака яичников, чтобы мне не пришлось сделать операцию. Я снова сдала анализы, и врачи не могли найти никакой опухоли. Слава Иисусу! Я благодарю Иисуса за исцеление. Вот уже 20 дней я сдаю различные анализы. Врач пытается поверить, есть ли в моем теле метастазы, но я верю, что в моем теле нет никаких метастаз во имя Иисуса. Итак, у этой женщины была обнаружена раковая опухоль в яичниках, но после молитвы опухоль исчезла, и врачи это подтвердили. Я помню этот звонок в прямом эфире. Мы помолились вместе с этой женщиной, и она говорила, что на следующий день ей нужно к врачу. Во время молитвы она приняла исцеляющую силу Божью, и когда врач все проверил, опухоли уже не было. Правда невероятно. Иисус исцеляет даже через телевидение. Для чего я это говорю? Я хочу, чтобы вы, наши зрители, приняли свое чудо. Потому что в конце программы мы будем молиться и о вас. Сегодня я хочу поделиться с вами небольшим видеопосланием с Елеонской горы. Это важное место в Израиле, потому что я хотел снять его именно там. Это проповедь о том, что слава Божья с вами. Также я получил свидетельство из Германии от парня по имени Антон. Он пишет, долгое время у меня был звон в ушах и страшные головные боли. Врачи ничем не могли мне помочь, как я их не просил. Во время молитвы Гермеса Фалькау младшего все это внезапно прекратилось. Аллилуйя! Слава Господу! Я прекрасно себя чувствую. У моей жены Розы был повышенный сахар, но все нормализовалось после молитвы. Слава Господу за исцеление! Мы благодарим вас за марафон исцеления. А вот еще одно свидетельство. Пишет Марина из России. Полтора месяца я никак не могла излечиться от сильной простуды. Мучили головные боли. Мне даже прокололи нос, но ничего не помогало. Бог исцелил меня в одно мгновение. Также у меня была еще одна болезнь, но сейчас ее нет. Бог наш исцелитель, Аминь. Как это чудесно! Мы получаем свидетельства из России, Таджикистана, Германии, Голландии и других стран от тех, кто получил чудо, кто смотрел марафон исцеления в Иерусалиме. Как я уже говорил, после этого мы отправились снимать видео проповеди у Галилейского моря. Именно в этом чудесном месте Иисус призвал своих учеников. Они увидели чудо, огромный улов рыбы. Там происходило много прекрасных событий, описанных в Писании. И затем мы отправились на Илионскую гору, на этой горе мы сняли короткое видео послание, которое я хочу показать вам сегодня. И сразу после этого я хочу помолиться о вас, высвободить силу Божью в вашу жизнь. Давайте верить Господу, что мы увидим излияние чудес в вашей жизни. Я верю, что для помазания нет границ, ведь духовный мир не ограничен пространством и временем. Вы можете принять помазание и силу Святого Духа прямо во время просмотра этой программы вы можете получить полную свободу и избавление и получить подкрепление Духа Святого. Поэтому прямо сейчас мы с вами посмотрим видео послание с Елеонской горы. Привет всем! Я нахожусь в очень важном месте. Как вы видите, за моей спиной старый город Иерусалим. Вы видите купол скалы, построенный на том месте, где, по мнению многих, раньше стоял храм Соломона. Отсюда открывается невероятный вид. Многие люди считают, что это самый красивый вид во всем мире. Отсюда открывается удивительная панорама. Мы находимся на Иленской горе. Это место, где произошло огромное количество важных событий. Иисус несколько раз приводил сюда своих учеников. Здесь он их учил, здесь он их готовил к дальнейшему служению. Именно с Елеонской горы Иисус начал свой триумфальный вход в Иерусалим. Отсюда он начал свой путь перед тем, как войти в Иерусалим. Вы помните, что когда он входил в Иерусалим, Народ воскликнул ему, Асана, Асана, благословен грядущий во имя Господне. Его шествие в Иерусалим началось именно здесь. А также именно в этом месте Иисус произнес крайне важную молитву в своей жизни. Это была молитва посвящения. Он отдал себя на волю Отца. Он молился в агонии. Библия говорит, что он так напряженно молился, что на лбу его выступали капли крови. Он понимал, что его ожидает ужасные страдания. Он понесет на себе грехи всего мира. Бог возложил их на Иисуса. Именно здесь его арестовали. Иуда поцеловал его. А также вы помните, что здесь Петр взял меч и отрубил ухо воину, Несмотря на то, что это был воин, который производил его арест, Иисус подошел к воину, приложил ухо назад и исцелил его. Именно здесь, на Илионской горе, уже после своего воскрешения, Иисус явился множеству людей и вознесся у них на глаза. Ангелы явились и сказали ученикам, «Не дивитесь тому, что вы видели точно так же, как вы видели его восходящим. Он вернется подобным образом. Мессия вернется. Ноги его встанут на горе Елеонской, и в этот момент гора расколется надвое, как говорится в 14 главе Захарии. Он войдет в старый город через золотые ворота. Его триумфальный вход в Иерусалим повторится. Но на сей раз Он придет, чтобы править из Иерусалима. И мы с вами будем царствовать вместе с Ним. Я проповедую об этом во многих церквях, о славе Божьей. Иисус говорит о славе Божьей, когда Он молится Отцу. В 17 главе Иоанна Я хочу прочесть вам это место. Я стою в этом важном месте, и я так взволнован. Я хочу поделиться с этим с вами, чтобы произвести восторг в вашей сердце. Иоанна, 17 глава, 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их то есть о нас с вами. Иисус молился не только за своих учеников, но и о тех, кто будет верить в Него в далеком будущем. Он молился. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». 22 стих. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Только представьте, Иисус молился к Своему Отцу, находясь в этом месте, где я сейчас стою, в Гефсиманском саду. Он говорит, «Отец, славу, которую Ты дал мне, я даю им». Кому им? Как вы помните, пару стихов назад он говорил, что молился о тех, кто уверует в него то есть не только об учениках, но речь идет о нас с вами. он говорит, что славу которую его отец дал ему, он дает нам с вами такое же присутствие, такую же силу и такую же власть мы имеем сегодня, когда используем имя Иисуса. Поэтому мы носим в себе присутствие святого духа. Итак Иисус говорил отцу: Славу которую ты дал мне, я даю им. «Послушайте, вы помазаны Духом Святым, вы носите в себе присутствие Иисуса и славу небес». Когда я слышу, как верующие говорят, «Но «Ну, кто я? Что я могу с этим поделать?» Во Христе вы имеете ту же славу. Она почивает на вас. Иисус даровал вам эту славу, но вам нужно иметь знание о том, что поток этой славы доступен вам сегодня. Вы имеете присутствие Духа. А где Дух Господень, там свобода. Аминь. Также здесь говорится, «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Это еще одно удивительное подтверждение, которое Иисус произнес в этой молитве. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их. Опять таки, кого их? Нас, с вами, потому что Он молился о Церкви, Он молился о нас. Он говорит: Ты, Отец, возлюбил их, меня, тебя, Церковь по всему миру, всех сынов Божьих, всех детей Божьих. Он говорит. Ты возлюбил их так же, как ты возлюбил меня. Я хочу провозгласить сегодня над вами, что Отец любит вас точно так же, как Он любит Иисуса. Примите это откровение. Оно изменит вашу жизнь. И в следующий раз, когда дьявол приступит к вам, чтобы сказать, что вы нелюбимы, что вы отвержены и забыты, вспомните что Иисус прямо в этом месте молился к Отцу Своему и сказал, «Отец, Ты возлюбил их так же, как Ты возлюбил Меня». Он возлюбил вас такой же пламенной любовью, какой Он возлюбил Своего Сына Иисуса. Он очень сильно вас любит. Помните об этом. Помните, что любовь Отца к вам так же сильна, как Его любовь к Иисусу. Когда вы это поймете, вы можете молиться с уверенностью, сможете поклоняться с уверенностью, сможете приходить в Его присутствие с хвалой и благодарением, приходить с дерзновением, как говорит Библия, зная, что вы приняты во возлюбленном, приняты в присутствии вашего Небесного Отца. И ту славу, которую Он дал Иисусу, он дал и церкви. Ту любовь, которую Он дал Иисусу, Он дал и церкви. И поэтому Он посылает нас в этот мир во имя Иисуса. То есть представлять Иисуса этому миру. Почему? Потому что мы носим ту же славу и ту же любовь. Иисус сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будут видеть любовь между вами. Это та любовь, которую Отец излил на нас и она течет сегодня по всему миру. Послушай, дорогая Церковь Иисуса Христа, вы носите внутри себя славу Божью. Поэтому апостол Павел писал, что мы храм, в котором обитает Дух Святой. Поэтому Иисус говорил, «Из чрева вашего потекут реки воды живой. Пусть сегодня вас вдохновит истина о том, что вы являетесь носителем славы и любви, которую Отец дал Иисусу, а Иисус дал вам ее. В глазах Бога вы ценны, вы Его драгоценное творение, вы любимы. У Бога есть план для вашей жизни, чтобы послать вас по всему миру с посланием о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Да благословит вас Бог! Слава Господу! Было так удивительно стоять на Елеонской горе. Это особенное место, не так ли? Открывается потрясающий вид, но дело даже не в этом. Это место имеет огромную важность. Иисус вознесся в небеса с Елеонской горы, и именно туда Он вернется во время второго пришествия. Сегодня я хотел бы помолиться о том, чтобы эта слава, о которой я говорил сегодня в проповеди, чтобы эта слава достигла вашей жизни. Дорогие друзья, я знаю, что кто-то из вас сейчас проходит в жизни испытания, вы столкнулись с проблемами и ужасной ситуацией. Но я хочу напомнить вам, что все, что вам нужно, все, чего вы желаете, сокрыто в Божьей славе. Если вы переживете личную встречу с Божьей славой, со славой Иисуса Христа, вы обретете свободу, мир, радость, избавление, получите исцеление и полноту Божью, потому что в Божьей славе есть все, в чем мы только нуждаемся. Иисус молился, «Отец, славу, которую Ты дал мне, Я дал им». Это была молитва о вас лично. Он дал вам ту же славу, какой отец дал ему? Поэтому у нас с вами есть право доступа к этой славе, о которой говорил Иисус. Это славное присутствие Отца. И так же, как мы видели излияние чудес, молясь в Иерусалиме, я верю, мы увидим множество чудес, когда будем молиться прямо сейчас мы будем верить, что Бог коснется вашей жизни и разрушит всю работу дьявола в вашей жизни, в вашей семье, в вашем бизнесе, в вашей церкви, в вашем служении, в вашем семейном древе. Что бы вы ни делали, на вас всегда была рука Божья, чтобы на вас пребывало Его благословение. Если у вас болезнь в теле, положите руку на то место, где вы испытываете боль. Держите руку на этом месте. Мы будем приказывать болезни, мы будем верить Господу, что увидим излияние чудес во имя Иисуса. И мы хотим услышать ваши свидетельства. Мы хотим, чтобы вы нам написали. Напишите нам на электронную почту и расскажите нам, что Бог сотворил в вашей жизни. Я хочу молиться прямо сейчас. Вы готовы? Вы готовы получить чудо? Если это так, то положите руку на то место, где вы испытываете боль. Я хочу молиться о вас в силе Святого Духа. Отец, во имя Иисуса я молюсь за каждого нашего зрителя, за всех, кто страдает кто испытывает боль. Отец, я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты прикоснулся к каждому человеку, у кого есть в теле болезнь. Коснись каждого, кто угнетаем в разуме. Во имя Иисуса я высвобождаю силу Божью. Господь, освободи их. И прямо сейчас я приказываю разуму, Находящемуся в замешательстве и угнетению, я противостою всякому дьявольскому угнетению во имя Иисуса. Я приказываю злому духу остановить вас прямо сейчас во имя Иисуса. Я молюсь о всех тех, кто страдает от боли в теле. Отец, я проклинаю всякую боль в ногах, в спине. Я связываю всякое заболевание костей. Я противостою этим болезням во имя Иисуса. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Господь касается кого-то, у кого есть проблемы с суставами, болезнь суставов. Прямо сейчас я высвобождаю Божью силу во имя Иисуса Христа, да будут ваши суставы исцелены прямо сейчас, да будут ваши движения полностью восстановлены во имя Иисуса. Я противостою асме. Во имя Иисуса. Я проклинаю всякую болезнь дыхательных путей. Отец, во имя Иисуса я провозглашаю здоровье. Я приказываю здоровье вернуться в ваше тело. Я освобождаю вас от боли во имя Иисуса Христа. Отец, я благодарю Тебя за славу Твою, которую прямо сейчас наполняет собой весь дом. Твоя слава входит в семьи, восстанавливает брак и разрушает силу дьявола. Во имя Иисуса, Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус. Господь, я благодарю тебя за то, что ты высвобождаешь свою славу. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. И я противостою даже горячке. Горячка. Оставь это тело прямо сейчас во имя Иисуса. Примите свое исцеление. Примите ваше чудо. Господь, я благодарю Тебя, что Ты изливаешь свои чудеса свое освобождение. И все, кто держит руку на месте, где у вас болезнь, я приказываю вашему телу исцелиться прямо сейчас. Во имя Иисуса примите свое исцеление. Двигайтесь. Пусть приходит твоя слава, Бог. Пусть высвобождается твоя сила во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, аминь. Мы ценим и любим каждого из вас. Помните, что если вам нужна молитва, вы можете просто прислать нам вашу молитвенную просьбу. Также присылайте нам на электронную почту ваши свидетельства. Если Бог благословит вас через эту программу, дайте нам знать. Ваше свидетельство вдохновит и одобрит других людей. Также напишите нам, если Бог подкрепил вашу веру через наше служение. Мы будем рады это слышать. Также вы можете поддерживать с нами связь через социальные сети Instagram, Facebook или Twitter. А также напоминаю, что вы можете поехать с нами в Бразилию в октябре. Не упустить эту возможность побывать в месте, где чудеса являются нормой. Вы сможете сами молиться за больных людей, участвовать в служении. Это будет прекрасная практика служения. Вы можете молиться за людей помочь нуждающимся и служить Евангелием погибающим. Я буду рад видеть вас в нашей команде. Для этого вам нужно зарегистрироваться. Вам нужно будет заполнить простую анкету. Пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно скорее, пока мы не закончили набор в команду. А также я хочу призвать вас стать партнером нашего служения. Сейчас вы увидите небольшое видео об этом, Помогите нам продолжать выходить в эфир. Позвоните нам или зайдите на наш сайт. Став нашим партнером, вы поможете нам расширить наше влияние. Бог творит потрясающие вещи через нас, и мы хотим, чтобы вы стали частью этого. Благослови вас Бог. Я хочу вдохновить людей присоединиться к миссии ⁇ Расцвет пробуждения ⁇ во время такой поездки Бог поместил вас туда, где Он даст вам свое сострадание и позволит вам делиться Его состраданием, чтобы созидать и вдохновлять Его тело в то время, как Он будет воодушевлять и назидать вас изнутри.